Привет всем любителям гонок и автоспорта. На связи Андрей. Давайте сразу посмотрим на сетап для этой гонки, а потом уже вернемся и поболтаем в гонке. В этой гонке я квалифицировался первым, поэтому, честно, гонка будет достаточно скучная, но я ее выкладываю просто, чтобы не пропустить, чтобы показать абсолютно каждую гонку, каждый этап карьеры, как, собственно, и обещал. И, как я уже говорил в прошлом видео, следующую гонку на Бредскетче я постараюсь сделать поинтереснее, постараюсь сделать что-то, провалить немножко квалификацию или проехать по питлейну, чтобы гоняться с машинами, а не просто от них выезжать. Эту гонку я проходил абсолютно, если так можно сказать, холодным. То есть я не включил игру, сразу включил гонку и погнал. Никакого разогрева, ничего. Поэтому в начале, конечно, там будут, наверное, максимально какие-то глупые ошибки. Но так или иначе, первое место мне удалось сохранить. Вот. А дальше я просто буду стараться уезжать. Та же стратегия, подальше уехать. У меня проблемы с тем, что я много теряю времени, когда еду на пит-стоп. Поэтому, чтобы все-таки сохранить победу, буду стараться уезжать подальше, чтобы, скажем так, при потере времени на пит-стопе я все еще сохранил лидерство, ну или что-то типа того. Эта гонка, как и первая, получилась достаточно скудная на какую-то динамику, на какой-то экшен. Я постараюсь ее немножко приукрасить разными видами, разными камерами. Но сама по себе она, конечно, не очень. Это моя ошибка, я прошу прощения. Будем создавать какую-то динамику, но все время будем стараться быть впереди. Потому что, ну, в чем у нас главная суть? Победа, поэтому будем стараться побеждать, но при этом создавать как бы контент. А я в свое время, когда я буду находиться в пелотоне, буду вместе с ними ездить, я буду получать и зарабатывать очки безопасности, что очень важно, если я хочу попасть на как бы нормальный, адекватный сервер и гоняться уже потом в дальнейшем с людьми. Поэтому, ребят, честно, я особо даже не знаю, что тут можно такого комментировать, что-то рассказывать. Просто давайте, наверное, посмотрим, если вам как бы будет это интересно. Я буду только рад. Я, конечно, хотел бы добавить динамики, но уже ничего не попишешь. Так что как-то вот так.
Ну, вот такой вот бах компота. Шины меняются сами по себе. О, появились. Появились, пропали. Ну, сорян, короче, с реплеями на питстопе у них реально какие-то проблемы. В общем, имея под рукой реплей, программу для монтажа, я решил не мучить вас вот этой скучной гонкой, поэтому где-то круга 3, наверное, я промотал вперед, чтобы, скажем так, быстрее закончилось это видео, потому что ну, оно действительно скучное. Я один сам по себе еду, оно не особо отличается от там какой-то квалификации, от каких-то разборов треков, поэтому все что мог, ребят, просто все что мог сделал. И ну, сорян, следующие реально будут поживее, поинтереснее.
вот и закончилась эта скучная гонка. Спасибо вам огромное за терпение и за просмотр. Я буду стараться делать видео более интересными. Всем добра, берегите себя и до новых встреч!